Я записываю, так что, пожалуйста, не матерись. Давай, поехала. О, опять что-то сказала нам руками. Мы едем по такой шикарной дороге, но мне очень нравится. Тут скальные выходы, сейчас не видно. Справа от нас самая большая гора в районе, 156 метров, со скальным выходом. В общем-то, мы в каком-то ущелье тут справа, ну, наверное, на видео не видно. И вот едем прямо, я сейчас попробую снимать. Да. Оставайтесь с нами. Это Анатолий Орлов, страна Финляндия. Оля усвистала, сейчас мы ее попробуем так догнать. Вот такие тут стеночки красивые. Красивые стеночки. С одной рукой здесь не очень, конечно, ехать. Ух ты. Потом вот такие березовые рощицы. Тут вот скальные выходы сменяются березовыми рощицами. Спуски сменяются подъемами. Так, это, ну, это все, наверное, какие-то лесовозные дорожки. Какие-то полулесовозные. Так, все, я упал. Я упал. Да, что же делать? Видео не получилось. Да. К сожалению, я не смог переключить скорости и спешился. Так что смотрите продолжение чуть позже.